Больше 60 из 80 школ Ульяновска готовы к новому учебному году. В регионе завершается традиционная процедура приемки школ к 1 сентября. Специальной комиссии, состоящей из представителей администрации, общественной палаты, родительского комитета и депутатов, осталось проверить учебные учреждения Заволжского и Засвияжского районов. Впервые этим летом в состав рабочей группы также вошли бойцы Росгвардии. 13 августа с плановой проверкой комиссия нагрянула в одно из крупнейших образовательных учреждений города – 72-ю школу. С 2010 года организация обучает школьников в двух зданиях, которые условно разделены на младшую и старшую школы. С первого дня осени сюда за знаниями придут почти 2000 учеников. Первоклассников 9 классов комплектов. Они все сформированы. Есть учителя, то есть вакансии все закрыты. И я надеюсь, что мы начнем учебный год без каких-то либо ситуаций. В результате проверки проблемы все же есть. Родителей, к примеру, больше всего интересовала безопасность помещения. И в первую очередь родители всегда волнуют безопасность наших детей. Сейчас наши детки, отдохнувшие в летний период, придут. Конечно, нужно создать им безопасные условия, чтобы они плавно влились в учебный процесс в каждой образовательной организации. И каждый родитель переживает и за своего ребенка, и за свою школу, насколько она готова к этому учебному процессу. По оценке специалистов Росгвардии, все антитеррористические меры безопасности в школе соблюдены. В наличии тревожная кнопка, присутствует физическая охрана по ГОСТу и система контроля доступа. А вот представителей общественности больше всего волновало оформление учреждения, а точнее его отсутствие. Надо сделать и ремонт в некоторых местах, которые сегодня требуют тоже. Мы это тоже посмотрели. Ну, а я обратила внимание особо не только на эти дела, но и на вопросы, связанные с содержанием, оформлением школы, особенно вот рекреации. Вы, наверное, проходили сегодня и видели, что у нас рекреации пустые совсем. Хотя направленность сегодня, ту школу, которая сегодня по направлениям, она очень достойно выглядит. По итогу спецкомиссия задержалась с проверкой в школе на 2 часа. Они заходили в кабинеты и подсобные помещения, раскритиковали территории туалета, остались недовольны спортивной площадкой, освещением в некоторых классах. Из плюсов – хорошая работа педагогического состава, внешний вид и организация отдельных кабинетов. Однако чаша весов с десятками замечаний все же перевесила. Школа проверку не прошла. Полностью проверены содержание здания. Так, проверено, конечно, предписание Роспотребнадзора, потому что в этом году здесь была плановая проверка предписания Роспотребнадзора. И тем не менее, все предписания Роспотребнадзора не выполнены. И кроме этого, школа получила 44 замечания. Я считаю, что это достаточно большое количество замечаний, поэтому по результатам сегодняшней приемки 72-я школа у нас не принята. Руководство школы с заключением комиссии не согласно, но доработать там, где действительно есть проблемы, готовы. Комиссия вернется с проверкой в школу 20 августа. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.